с полвосьмого, запускает 20 минут. Холодно там, на улице, понимаете, люди замерзли. Ну это кому-то сказать, она не виновата. Заходите, ребята. Ну, Вики, заходите, ребята. Вы пробуйте. Ну, да не бойтесь вы заходить. Сейчас. Вы зачем так делаете? Вы почему людей не запускаете? Да, заведующий говорите. И что он тут заведующий? Она скажет, буду... да. Вы же не запускаете. Ей же мы сказали, разрешение свыше. Я вот пришла, тоже не имею права. Я раздевалка. Я вот полчаса обязана раздеваться. А мы же замерзаем там. Ну это надо не ей, понимаете? Люди же заболеют. Я знаю. Но это надо куда-то. А мы простые. А причем простые, простые или сложные? Ну как? Я сама ездила в больницу так же. Никто не запускает. Заходите, не бойтесь. Чего вы боитесь-то все? Выходите, пожалуйста. Как это выходите? Заходите, говорю. Нет, ну надо. Ты что, распоряжаешься-то тут? Ты что? Ты я кто? Я хозяин. Какой? Ваш. Обращаться ко мне, мой господин. Так, ладно, это самое. Я не пойду на улицу, я там замерз, у меня вот насморк вот кругом. Вот и стой, стойте тут. А сегодня жалоба будет отправлена, пожалуйста, в Министерство здравоохранения в обязательном порядке даже. Ага. Да? Ужас, ужас. Чё такие все злые-то? Или специально там люди держат? Видите, для того, чтобы... Все говорят вам, что рано. Никто не заходит так рано. Понимаете? 20 минут запускаем. Заведующий, скажите, если даст распоряжение, будем пускать. Зачем заведующий? Отправлю в Министерство здравоохранения и все. И пусть они там с вами разбираются. Почему люди должны мерзнуть, стоять? Ну это ж неправильно, вы сами понимаете, что это неправильно. Ну это же не я распоряжаюсь. Ну вы же закрываете двери. Ну и что? Ну это мне так сказано. Ну это незаконное распоряжение вашего главного врача. Ну вот и говорите ему, ради бога. Даст распоряжение, будем пускать. И даже вот смотрите, в 7 часов там туда приходит это. А почему тогда должна я прийти в 7 часов? Я вот 20 минут и то раздеваю, а у меня, я вот сижу от звонка там, с полвосьмого и то вот прихожу, во сколько, и полшестого. Ну, тогда не надо как-то, я тоже ездила по больницам, и там, знаешь, откроют. Да я знаю, вот нигде не открывают раньше. В нигде. Городе, что, я не знаю. Ни мороз, ни 40 градусов. А потому что все молчат, ну поэтому не открывают. Ну молчите вы тоже. Да не буду я молчать. Ну идите, жалуйтесь, мне не надо высказывать, мне не надо. Ну вы же не запускаете. Ну а какая разница, где людям стоять? Там и делаем. Ну какая разница, где людям стоять? Там они будут стоять. Потому что здесь все моют технички. Здесь теплее же. Ну что, что теплее? Технички здесь моют, двери кабинета открыты. И все. Как вы не понимаете? Так они же не собираются. Они же не собираются в кабинет вот идти. Именно. Они здесь постоянно. Вам открой, вы сразу во второй этаж рванете. Мы там уже было, пройденный этап. Да запускали же, вот здесь стоял. Это было зимой, когда было 30 градусов. А сейчас еще хуже? Сейчас 20 градусов. А сейчас 10 градусов. Да, 10 градусов можно стоять мёрзнуть. Можно, да. Не надо приходить. Пойдемте с нами вместе, стойте там. А я зачем буду стоять? А я зачем там буду стоять? Так, мужчина, вы приходите, говорите. Вот логика железная. Я замерз. Что, еще морозов нет? Да, пойдемте с нами, постойте там. Пойдемте. Ну, выходите. Выходите. Выходите, стойте там, я тут постою. Вы не имеете права. А вы не имеете права нас не запускать, потому что на улице холодно. Да что вы говорите? Да. Никуда я не выходить не буду, даже не думайте. Полицию вызывайте. Вызывайте. А что, боитесь? Вызывайте. Вызывайте. А что вы деретесь-то? Я не могу. Я не дерусь, я к вам даже не подхожу. Я дверь прикрываю. А зачем? А зачем вам здесь быть? Потому что там холодно. Нет, на улице не холодно. Так идите на улицу, там ждите. Морозов нет. Нет. Поликлиника работает с 8 часов. С полвосьмого вас запустят. Полвосьмого. Все отличились, молодцы. Нет. А почему? Потому что он закрытый. Он с 10 часов работает. И здесь тоже с полвосьмого работает. И что? Ну, а на улице холодно все-таки. Люди ну, больные. Это разве холодно? Холодно. А как зимой будете 30 градусов? Так же и будем заходить. Ну, молодец. Вот как сейчас зашел. Пришел командир. Наглость.
воевал. Не, ну вы все молодцы, а вы сидите все теплее, преподаете мне, как я там мерз. Я вчера час там простоял, промерз, кровь не взяли. Сегодня пришел опять пораньше, чтобы кровь взять, потому что к 9 часам надо в другую больницу ехать. И что? Ничего. Вы не откройте дверь? Вы же заведующая? Нет, не откроем. Работают санитарки. Сегодня жалоба улетит в Министерство Кузбасса здравоохранения. За то, что люди сидят там и мерзнут на улице целый час. Пожалуйста. Вы можете в 5 приходить. В 5 не знаю, но прихожу так, как мне удобно. А мы решиваем так, как положено. Положено? Да, положено. Положено людей морозить на улице? Нет, положено. Так запустите их в помещение. Запустите людей в помещение. Запустим, Бог возьмет. Там же холодно, люди стоят, мерзнут. Больные все. Вы понимаете, нет? Но ты идешь в Сбербанк, тебя пускают, нет? Еще один со Сбербанком. Ёлки-палки, ты как маленький ребенок. А ты как большой, а что ты зашел сюда? Иди на улицу, жди там. Он сотрудник. Я тоже сотрудник. Ваш. Вы пациент бессовестный. Пациент? Да. Я человек, во-первых. И отрываете рабочие дни. Чье? Ваше? Не заведующая говорит. Заведующая же это? Нет? Не, ну домой выпусти, вещи пускают, которые залезают на улицу и идут мимо. Ну запусти и пусть сидят все. 10 градусов, а 45 идет, а 5 часов ты тут и она их запускать должна? Должна. Не должна. Никто сейчас никому не должен. Должны. Конечно, должны. Никто ничему не должен. Это вы должны. У вас есть тоже свои права. Вы обязанности. Должны у всех. Еще не успел прийти, ему все должны уже. Кто там такая говорливая? Выйдите, выйдите. Да куда я выйду? Вот туда, в коридорчик. И стойте там. А почему я должен там стоять? А? Почему я должен там стоять? Да почему вы должны здесь стоять? Потому что здесь тепло. Как еще вам говорить? Дома тепло. Так сидели бы дома. Сидите, мы работаем. Кепки. Как летом. Уйдет тепло. Еще бы раздетый пришел бы. Наоборот, одетый пришел. Сильно одетый. Девочка тепло. Нет, еще не открывайте. Да, сколько? Время 8:20. Так, сколько на телефоне? А? 17 минут? Учить будут, во сколько кому открывать, во сколько заходить. Дома своих учите. А при чем здесь дом? Не надо здесь никого учить, у всех есть свои права. Мы тоже имеем право на многое. Какое вы право имеете? Не пускать людей в помещение? В зимний период времени. Поликлиника с полвосьмого и зайдете. Лампочки. Все, запускать будем. Чего пора. Как что, пора уже? Да заходи. Вот это люди все стояли на улице. Мерзли, никого не запускали. Пожалуйста, сделайте так, чтобы здесь люди заходили свободно с утра. Поликлиника номер 6. Работает с 7:30 до 20:00.